Еще раз всем добрый вечер. Сегодня у нас заключительная сессия нашей академии, группы ускоренного роста, спецназ нашего проекта. Давайте немного с вами вспомним, что же это такое, для чего мы здесь сегодня все с вами собрались, какая цель. Цель, конечно же, это новые звания и новые результаты. У нас есть правила участия в группе ускоренного роста. То есть это ежедневное посещение всех занятий. Я поздравляю всех тех людей, которые у нас прошли абсолютно все наши тренинги. Я надеюсь, что вы получили огромный, колоссальный багаж, который вы будете применять затем в действиях. Выполнение ежедневных домашних заданий. Вижу, как все активно выполняют их. Активное участие в чате. Гура, отчеты о выполнении заданий, тоже видно, какие вы молодцы. Активное участие в чатах команды. Обязательно правильная регистрация вебинара Гура. Ну, вроде как бы, я смотрю по чату, вроде все нормально. Просмотрите, пожалуйста, всех своих новичков. Если вдруг кто зарегистрировался неправильно, то зайдите, пожалуйста, правильно и зарегистрируйтесь. И, конечно же, обязательно наличие заказа по итогам каталога. Это 150 баллов. Поставьте, пожалуйста, плюсики все те люди, которые у нас сделали в этом каталоге 150 баллов. Я надеюсь, что сделали все. Наш проект «Немного истории». Да, наш проект офлайн работает 17 лет, онлайн полтора года. Партнеров более 20 тысяч человек. Товарооборот всей структуры за 3 недели составляет более 8 миллионов рублей. За год более 100 миллионов рублей. Вебинары у нас проходят 4 раза в день. Выступают более 40 спикеров. Чаты для новых партнеров есть. Здоровье, премьер-клуб, менеджерский, директорский, каналы YouTube. Более 2000 видео. Сайты, коуч-центры, блоги, все те ресурсы, где вы можете получать информацию. Ну и представлюсь, золотой и в 2017 году бриллиантовый директор, я закладываю себе такую вот перед вами, перед всеми, да, говорю свое будущее звание в этом году, Гридунова Елена, поселок Безенчук. Сегодня я немного буду рассказывать о бизнесе, который меняет судьбу, да. И, конечно же, сегодня глобальная тема, сегодня тему, которую я буду раскрывать, это маркетинг-план компании Oriflame. Сегодня мы с вами немного повторим все эти темы, которые мы прошли с вами в течение 2 недель. Какой же маркетинг-план у компании Oriflame? Ну, для начала мы с вами заглянем, да, в такую книгу. Есть вот такая книга шикарная, «План успеха», которая вкладывается у нас менеджеру с уровня 9% в заказ, да, в поздравление. Поставьте, пожалуйста, плюсики те люди, которые получили свой заказ в подарок «План успеха». Поставьте, пожалуйста, плюсики. А поставьте, пожалуйста, единичку те люди, которые получили «План успеха» в подарок, его открыли и почитали. А двоечку – те люди, которые получили план успеха и положили его на полочку, даже в него не заглянув. Есть такие люди? Есть такие люди. Говорят честно, да? Смотрите, что такое план успеха? Это не просто такая книжечка красивая, которую вам подарили, да? Это издание для лидеров. Оно объясняет систему званий, соответствующих вознаграждений, единовременных выплат, постоянных доходов, а также критерии участия лидеров в различных национальных мероприятиях и международных конференциях. В плане успеха прописано 20 званий, 17 единовременных премий от 1000 долларов до 1 000 000 долларов, 7 объемных скидок от 3% до 22% и 6 директорских бонусов. То есть в плане успеха есть истории и советы, да, выдающихся лидеров, которые достигли уже результатов, да, и которые делятся. Для чего нужен план успеха? План успеха нужно использовать как инструкцию к действию, да, чтобы достигать новых высот в карьере Oriflame и, конечно же, стать успешным.
Теперь я рекомендую всем, кто получил план успеха, обязательно после сегодняшнего вебинара его достаньте, почитайте. Да? Вам уже будет его легче читать, потому что сегодня вы информацию получите. Давайте немного вспомним, вообще с чего начался Oriflame. Конечно же, с двух замечательных основателей, с двух замечательных братьев, Роберта и Йонаса Пьёхников, в 1967 году. То есть началось это все с двух людей, которые создали огромную, многомиллионную корпорацию. В этом году на бриллиантовой конференции в Майами, юбилейной, вот вы видите на сцене, это вся семья Пьёхников, да, это все люди, которые сегодня являются наследниками, да, предшественниками этого бизнеса, и сейчас все занимаются этим бизнесом. То есть они серьезно подходят к этому делу, да, и передают свое дело всем своим детям и внукам. Это вообще здорово, да, представляете, два человека, которые дали возможность много миллионов людей иметь хороший достаток и не только. Мне нравится, что здесь объединены концепции такие, что это не только деньги, да, а все в совокупности. То есть это объединяет такие сферы, как отлично выглядеть, зарабатывать деньги и жить в удовольствии. То есть зарабатывать сегодня и воплощать свои мечты завтра. Потому что зачастую сегодня очень многие люди, да, имеют хороший доход, но при этом не получают от этого удовольствия. Да, может быть, они получают сегодня хороший доход, но не думают о том, как при этом отлично выглядеть, да, и жить в удовольствии, да, либо думают как-то единоразово. То есть здесь нас компания учит делать это всегда. Ну и давайте с вами разбираться. Если вы сегодня новичок, да, ну или даже если те люди, которые сегодня у нас много людей, которые имеют статусы, да, давайте представим себе, что мы сегодня новички. И мы сегодня с вами пришли в этот бизнес для того, чтобы достичь успеха. И первое, что нужно сделать в первые дни, когда мы сюда приходим, если мы сюда пришли за доходом, конечно же, составить план на директора. Кто такой директор? Директор – это человек, который организует оборот по структуре 7,5 тысяч баллов. Есть такая карьерная лестница, да, то есть мы сегодня с вами немного разберем и посмотрим, каким же образом мы все это можем здесь сделать. Задача первая. Первая задача – научиться делать личный товарооборот 150 баллов. Да, я опрос провела, все молодцы, все темы были проведены. Почему это важно? Потому что ваша задача будет научить ваших партнеров тоже делать личный товарооборот 150 баллов. Если на сегодняшний момент вы его не можете делать, да, то вы не сможете научить этим другого, потому что это бизнес дублицирования. И как обычно новичок, да, то есть он спрашивает, первое, что он спросит, ты не предлагаешь продукцию своего интернет-проекта, а ты сам этой продукцией пользуешься, да? Если вы сами не пользуетесь продукцией своего личного интернет-магазина, то ваши знакомые никогда не будут клиентами вашего интернет-магазина. Соответственно, также и ваши ключевые партнеры. То есть, если вы в сегодняшний момент не умеете легко делать 150 баллов личный товарооборот, то, соответственно, вы не сможете научить этому другого. Для того, чтобы это легко делать, соответственно, нужен знать продукт. Да, то есть мы с вами обобщаем сейчас все темы, да, которые нам были даны. Я сейчас разжевывать это не буду, потому что все уже, в принципе, было спикерами рассказано. Для того, чтобы знать продукт, мы смотрим продуктовые вебинары, которые нам тоже грамотно, качественно дают. Сегодня тоже у нас будет продуктовый вебинар на тему wellness. Изучать продукцию wellness. По пятницам у нас проходят вебинары наших замечательных докторов. Да, и сейчас как раз у нас был вебинар нашего замечательного доктора Анны Горбачевой и также Регины Капитоновой у нас проводят эти вебинары. Обязательно иметь 5 каталогов. Когда вы делаете 150 баллов, то вам приходит 5 каталогов. Не отказывайтесь от них, потому что это возможность по пути дать живой свой магазин своему знакомому, да, и просматривая живые картинки, ваши знакомые могут сделать у вас заказ. Конечно же, уметь делать рассылку онлайн-каталога по своим знакомым. Обязательно помыть своих родственников и знакомых, да,
есть очень выгодное предложение. И, конечно же, уметь создать группу в Вайбере своих знакомых для массовой рассылки онлайн-каталога и выгодных предложений. Таким образом, мы с вами легко и свободно будем создавать личный товарооборот 150 баллов. Какие у нас идут, какой у нас идет ассортимент, да, в интернет-магазине? Ассортимент в интернет-магазине у нас идет различный. Это и ароматы, и аксессуары, уход за кожей, декоративная косметика, товары для здоровья, уход за телом и волосами. Поставьте, пожалуйста, единичку те люди, которые до проекта всем этим пользовались, но только покупали это где-то в другом магазине. Я уверена, что все вы этим пользовались и покупали где-то, да? Я была таким же обычным человеком, которая все это покупала, раньше брала в розничном магазине, теперь все это беру я в своем личном интернет-магазине. Почему я беру в своем личном интернет-магазине, да, скажете вы? 150 баллов. Какие преимущества? Преимущества, когда вы делаете 150 баллов личный товарооборот, вы получаете 32% на весь ассортимент товара, который вы берете. 20% вы получаете сразу, и дополнительно на ваш счет возвращается 12%, да, в виде объемной скидки, 12% в виде объемной скидки от товарооборота всей группы. Сделав два каталога подряд по 150 баллов, вы получаете дополнительную скидку на дорогой продукт 50%. И, конечно же, вы получаете участие в премьер-клубе, где вы можете взять уже первые новинки следующего каталога, да, и иметь это в этом выгоду. Почему выгодно делать 150 баллов, скажете вы? Это дорого, я трачу много денег для того, чтобы делать 150 баллов. Ну, во-первых, да, мы не говорим, что 150 баллов сначала нужно брать только лично для себя, да, как мы говорим, вы можете помыть своих знакомых и родственников. И я вам привела вот такой вот пример, да. Здесь пример заказа на 204 балла. Я взяла прям скрипт с накладной. То есть человек делает заказ по цене склада уже с 20% скидкой. Заказ на 204 балла выходит на сумму 8231 рубль. А компания-партнер нам делает 65% скидку. Да? То есть мы с вами говорили, что компания возвращает нам 20% плюс 10% и плюс объемную скидку. Это составило в деньгах 4972 рубля. Таким образом, да, 8231 рубль мы вычитаем 4972 рубля, к оплате остается 3378 рублей. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Кто считает, что выгодно делать 150 баллов? И минус, кто до сих пор еще считает, что это невыгодно? Кто почувствовал выгоду? Но я думаю, все, которые прошли группу ускоренного роста, уже поняли, что на самом деле 150 баллов делать выгодно. Замечательно. Все отличники, все хорошо получили. Ну и давайте с вами мы пройдем, как же нам получать доход. Первый каталог. Первый каталог, наша задача – выйти на 3%. Как выйти на 3%? Научиться делать личный товарооборот на 150 баллов. Второй каталог, наша задача – выйти на 6%. Научить двух партнеров делать по 150 баллов. То есть научить тому, что умеете вы. Третий каталог, ваша задача – выйти на 9%. И вырастить в своей группе двух людей, которые выйдут на уровень 6%. Четвертый каталог. Ваша задача выйти на 12%. И вырастить в своей группе двух менеджеров уровня 9%. Пятый каталог. 15%. Вырастить в своей группе двух людей со статусом 12%. Шестой каталог. 18%. Вырастить в своей группе двух 15%. И седьмой каталог 22% вырастить в своей группе двух людей, менеджеров 18%. А каждый из вас, когда вы получаете заказ,
вы в заказе получаете прайс-лист. И в прайс-листе на обратной стороне есть такая вот маленькая табличка, где написаны объемные скидки. Да, вот внизу я прописала 3, 6, 9, 12, 15, 18. Да? Здесь я пометила вам, чтобы вы знали, что такое 6%, что такое 9%. То есть, когда мы выращиваем в группе двух людей со статусом 6%, это говорит, что у каждого человека будет товарооборот по 450 баллов. Это понятно всем, да? Поставьте плюсики, кому понятно. Но те, кто прошел полностью курс, тому точно. Давайте проверим с вами звук, как меня слышно и как меня видно. Угу. Что-то у меня со слайдами заминка пошла. Видать, идет сильная энергетика. 152 человека. Следующая наша задача в восьмом каталоге, да, наша задача выйти на 22% и вырастить в своей группе две 22% группы. Что происходит дальше? В девятом каталоге мы начинаем все сначала. Что мы начинаем все сначала? Мы закладываем с вами две новые группы, да, и начинаем делать все сначала. То есть, что мы делаем? Мы также учим человека учим двух партнеров делать личные 150 баллов, да, тем самым их выводим на 3%. Затем мы выращиваем двух людей, которые делают по 6%. Таким образом, до 14 каталога мы с вами выращиваем дополнительно две группы 22%. И плюс мы с вами еще, запечаточка, да, у меня 14 каталог вместо 15%, 18%. Плюс
14 каталогам мы с вами получаем звание директор плюс премия $1000. Единственная компания Oriflame на сегодняшний момент, которая оставила премию по курсу доллара. В 15 каталоге с таким построением группы мы с вами, ура, закрываем звание старшего директора и золотого директора. И вместе получаем с вами премии $1500 и $2000. Ключевые партнеры, которые у нас с вами находятся, они у нас развиваются в том же самом ключе, по той же самой схеме. Я вам рекомендую вот эту схему сделать себе скриншот, потому что если мы с вами будем идти по этому плану, да, и каждый каталог находить минимум по одному ключевому партнеру каждый, то мы с вами будем без проблем, да, закрывать эти звания. Что же со слайдами-то у меня сегодня? Давайте похлопаем в ладоши, поставим плюсики для того, чтобы слайды у нас заработали. Замечательно. 16-й каталог. Идем дальше. В 16-й каталог. В 16-м каталоге мы с вами дополнительно выращиваем еще 2-20% группы. Таким образом, в итоге у нас насчитывается 4, да? И в 2018 году мы с вами закладываем новые еще две группы. То есть мы с вами держим курс на бриллианта. Мы с вами это помним. Таким образом, пока мы закладываем еще две новые группы по той же самой схеме, абсолютно по той же самой схеме, мы с вами в 8-м каталоге, в 9-м каталоге 2018 года, это начиная с нуля, заметьте, да, мы начинаем, я начала с вами от новичка. Мы с вами получаем звание старший золотой директор, это премия $3000. И звание сапфировый директор, это плюс $4000. А плюс к этим званиям мы получаем банкет директоров, который проходит каждый год в Москве. Сейчас Аня Горбачева про это очень хорошо рассказывала, да. Это замечательный бал, куда вы попадаете. И, конечно же, золотая конференция. Золотая конференция, то есть это каждый год идут новые страны. Я с компанией Oriflame была на золотой конференции в Швеции, в этом году я была на Кипре. И 17-м каталогом 2018 года мы с вами делаем себе подарок. 17-й каталог – это Новый год. И встречаем 2019 год в уровне бриллиантового директора, да, со статусом «Ура!». Мы открываем статус «Бриллиантовый директор», премия $6000. Что нас ожидает? Нас ожидает банкет директоров. Нас ожидает золотая и бриллиантовая конференция. Бриллиантовая конференция вот только что проходила в Майами. Да, мы смотрели, как бриллиантовые директора у нас обучаются, отдыхают, круто, здорово. Да, поэтому вот мы всей командой взяли курс на бриллианта. Кто еще взял курс на
Ну, я просто выключила. Просто видно, это пишет, не видно, не слышно. Я не видно, не слышно, что ли? А не слышно? Как меня слышно, как меня видно? Тихо, слышно. Так, ну все, довожу уже так. Все, я буду стараться говорить громко, не знаю почему. Так происходит, наверное, вот такая вот энергетика у нас. Как я сказала, помогая своим партнерам стать директорами, мы получаем дополнительные привилегии. Да, с первого уровня директоров мы получаем дополнительно к выплатам 5%, это авторский гонорар, мы получаем премию. С второго уровня директоров мы получаем со всех директоров по 2%, с третьего уровня директоров мы получаем по 0,5%, с четвертого уровня директоров мы получаем 0,125%, с пятого уровня директоров мы получаем 0,125%, попечаталась я, и с шестого уровня директоров мы получаем 0,625%. То есть очень выгодно выращивать бриллиантовых директоров. Почему, собственно, проходит вот эта группа ускоренного роста? Почему с вами спикеры делятся? Почему люди, которые зарабатывают 10, 100, 150, 200 тысяч, готовы делиться с вами информацией? Да потому что здесь, когда делится с вами информацией, компания-партнер готова вас вознаградить щедро за это, да, как вы видите, вот эти проценты есть. И когда вы откроете план успеха, вы все это увидите в денежном эквиваленте. Вы можете сейчас сказать, что это такое 0,625%. Но когда вы увидите в шестом уровне, сколько у вас будет директоров, а их может быть человек 100, да, в шестом уровне, из каждого директора, с каждого будете получать с каждого дохода 0,625%. А директорский товарооборот примерно составляет где-то 250 тысяч 300 рублей. Вот поэтому считайте, да, сколько вы будете получать. И обязательно откройте план успеха. Конечно же, помимо денежных вознаграждений, вас ждут путешествия. Путешествия ждут уже с уровнем менеджера. Это Болгария. Болгария, которая будет в сентябре, абсолютно для всех, кто сегодня находится здесь. Болгария абсолютно ждет всех. Это очень выгодное условие. Помимо того, что будете расти по карьерной лестнице, вы еще получите вознаграждение такое путешествие. Это золотая конференция. Золотая конференция каждый год разные страны. Да, в этом году это будет два лайнера шикарных, да, на 6 тысяч человек. То есть уже компания забронировала эти лайнеры. Это будет 3 страны, 6 городов. То есть все это за счет компании. И, конечно же, бриллиантовая конференция. Поставьте, пожалуйста, плюсики те люди, которые уже у нас квалифицируются на Болгарии, потому что, знаете, есть те люди, которые у нас в этом каталоге уже выполняют первую волну квалификации на Болгарию. Как я сказала, да, то есть, в принципе, немножко так о себе. То есть с этим проектом абсолютно все у меня изменилось. То есть до компании Replay я работала педагогом дополнительного образования. И я никогда не думала, что я попаду в какую-то страну, да, то есть, что я где-то буду путешествовать. Честно говоря, я об этом даже никогда не задумывалась. Почему не задумывалась? Потому что мне не позволяла моя зарплата об этом мечтать. А на сегодняшний момент с нашим проектом я посетила такие путешествия, то есть совершенно бесплатно от компании Reflame. Это была Швеция, это было 45 лет компании Reflame. Это был Кипр в этом году, 2016 год, Кипр и Сочи. Также я посетила Индию вместе с нашей командой. Это Индия и Турция. Было круто, здорово, да, то есть мы имеем возможность здесь сами купить путевку. И буквально 10 февраля, то есть представитель нашей команды улетает в Таиланд, новая у нас поездка, да, поставьте плюсики, кто летит в Таиланд, то есть есть люди, которые у нас полетят. Также есть автомобильная программа, то есть я тоже участвовал в этой акции, да, и у меня есть такой вот автомобильная программа. А у нас сейчас Аня Горбачева выставляла людей, да, которые у нас имеют
такие вот шикарные автомобили. Знаешь, честно говоря, я никогда не разбиралась в марках автомобиля. У меня была просто вот мечта, я хотела просто новый автомобиль. И почему-то я загадала, хочу автомобиль в подарок. Да, ну, конечно, подарки бывают разные, да, я не говорю, что это совершенно бесплатно. Просто, ну и бесплатно, да. То есть, когда вы хорошо работаете, компания вас вознаграждает дополнительным автомобильным бонусом. То есть выплата за этот автомобиль происходит не за счет моих денежных средств, из моей зарплаты, которую я получаю, да, от этого проекта, а именно от автобонуса, который компания платит дополнительно, выполняя определенные условия, как премии. Да, вот на работе бывает, но на традиционной работе мне никто ни разу таких условий не предоставлял. Поэтому путешествие – это круто. И мне нравится, да, что здесь выполняется вот именно концепция, да, отлично выглядеть, хорошо зарабатывать и жить в удовольствие. Поэтому мы вас зовем сюда, и наша задача вам сегодня донести, чтобы вы разобрались в плане успеха. Ну и, конечно же, есть формула каждого дня. Какая формула каждого дня? Формула каждого дня – делать от 100 до 500 предложений своим знакомым, незнакомым людям, говорить абсолютно всем, выбрать себе ту соцсеть, которая вам нравится, где вам удобно и комфортно. И на всех наших занятиях уже говорили об особенностях работы в разных соцсетях. Ваша задача сейчас в этом разобраться и активно действовать. Да, это золотое правило, которое вы должны запомнить, как в русском языке. Каждый день от 100 до 500 предложений, от 3 до 5 телефонных собеседований и, соответственно, одна регистрация. Когда вы выйдете на эту формулу, у вас обязательно будут появляться ключевые партнеры в вашей команде. И тогда вас ждет успех, и 2019 год вы встретите звание бриллиантового директора. А что такое, в принципе, ну, 2 года нашей жизни? Да нет ничего, да, за 2 года, в общем-то, мало что меняется. Ну и, конечно же, домашнее задание, которое вам будет сегодня дано, моя тема заканчивается, это посмотреть вебинар «8 видов дохода», да, еще раз разобраться, написать чат «Цель на год», на текущий каталог и свои ежедневные действия. И, конечно же, обязательно выполнять правила одной регистрации в день с личной подачи. Я всем желаю удачи, всем желаю разобраться в плане успеха, обязательно его почитайте, у кого он есть, у кого его нет, обязательно его закажите, а кто его получает в подарок, да, обязательно его прочитайте, достаньте, да, изучите. И сейчас я передаю слово спикеру, бриллиантовому директору компании Reflame нашего проекта Зайцевой Ольге. Большое всем спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания. С вами была золотой директор энд бриллиантовый Гридунова Елена. Добрый вечер, дорогие друзья, и снова я с вами. Давайте поставим плюсики, как вы меня видите, как вы меня слышите, и мы продолжим. Нет, пошли плюсики, все нормально. Отлично, здорово. Давайте...
Так, ну что, дубль 2, давайте. Вы...